Все для новой жизни. В этом году за счет областного бюджета в родильный дом номер 4 приобрели необходимое медицинское оборудование. Сумма субсидий более 2 миллионов рублей. Посмотреть, что изменилось, приехал временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский. Первое приобретение установлено в отделении новорожденных. У нас был закуплен аппарат «Поток», аппарат искусственной вентиляции легких. Этот аппарат позволяет оказывать респираторную поддержку детям, которые родились в состоянии апноэ или в состоянии, имеющей тяжелую дыхательную недостаточность. Особенно этот аппарат актуален для недоношенных детей. Теперь помощь могут оказывать на месте буквально в первые минуты жизни ребенка. На старом же аппарате эта процедура занимала значительно больше времени. Новой установкой пока не пользовались. В редких случаях, но если но эти случаи, к сожалению, не бывают. То, по крайней мере, есть теперь аппарат, который ребенку спасет жизнь. Да, однозначно. Второе не менее важное приобретение – фетальный кардиомонитор. Его используют для диагностики внутриутробного состояния плода. Врачам это значительно облегчает работу. Также медики довольны тем, что аппарат передвижной. Он показывает нам частоту сердечных сокращений у плода, двигательную активность плода и сократительную деятельность матки. Кроме того, он очень удобен у мамы с многоплодной беременностью. Можно одновременно снимать сразу двух малышек, сердцебиение их. И, естественно, этот аппарат, он производит расчет и анализ показателей вот этой кардиотокограммы, что позволяет нам оценить состояние ребеночка, выявить раннюю гипоксию у плода, а также в родах аномалию развития. Этот родильный дом – одно из самых крупных учреждений родовспоможения Ивановской области. Ежегодно медицинскую помощь здесь получают около 4000 женщин. И около 2500 малышей каждый год появляются на свет именно здесь. И как любому крупному медучреждению, этому необходимо обновление. У нас, конечно, абсолютно есть все оборудование. Вот. Но некоторые немножко, конечно, устарело. Мы бы, может быть, что-то хотели заменить уже. Ну, например, мы хотели поменять кислородные концентраторы, которые уже, в принципе, за 10 лет своего срока отработали. Вот. Поэтому что-то заменить. Да. Станислав Воскресенский просьбу услышал, однако отметил, сначала важно оснастить медучреждение базовым оборудованием. Мария Метлицкая, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.